Я как раз вчера уволила уборщицу. Севинч очень кстати. Ты посмотри, какая она несчастная. Я не желаю тебе такой жизни. Мы переживаем всегда. Фарида, помоги матери по дому убраться. Назим, может, давай завтра? Все же сегодня мы отдали дочь в чужие руки. Да, ты права, чтобы завтра утром был порядок. Ну, хоть одна дочь у меня нормальная. На тебя вся надежда. Все хорошо, вот вчера с ней созванивались, все так же жалуется на эту бабку, говорит, все ей не так, достал ее, короче, за этот месяц. Но зато муж оказался не такой плохой. Ну и отлично. Ой, прости, Кристина, что-то случилось в зале, я пойду. Ладно, давай, я спать, а то поздно. Заберите эту наркоманку обратно! Что случилось? Она курит! Вы воспитали грязную дочь! Назим, я тебя прошу.